Всем привет! Сегодня мы приехали в Астрахань на рыбалку. За мной ерег Днищева, туда дальше река Гандурина. То есть это астраханская пойма уже рядом с раскатами. Ближайшая деревня Гандурина. Пока мы вдвоем с моим отцом Анатолием ждем моего брата Диму. Пап, привет! Еще раз. Сейчас что-нибудь поймаем. Так, на чем мы ловим сегодня? Сегодня ловим моего червя. Кукурузу нам еще не подвезли. Да, вот, значит, у нас мелочевка тут в основном вобла. И крупные черви. И крупные черви. Пока что самое крупное, что у нас есть, это черви. Черви почти как вобла. Сейчас будем завтракать. Я тут поставил котелочек. Жду, когда водичка закипит. И вот наш сегодня завтрак. Анаком и консервы. Так, ну что, посмотрим, что нам Бог послал. Значит, икра заморская кабачковая. Килька заморская балтийская. Крекер в форме рыбки. Чай. Вот какой-то паштетик здесь сливочный, хлебушек, ну и доширачек. Здесь уже ждет углей первый улов, сейчас угли будут, и вот эту мелочевку поджарим. Че, побежал? Так, значит, у нас прошло уже несколько часов. Вот немножко рыбки наловили. В основном, конечно, мелочь идет вобла. Вот у нас это свежачок. А тут тазик. И там еще снизу тазик. Но крупнее пока не идет. Клюет хорошо. Прям буквально закидываешь и сразу выходит. Ну да, красиво достаточно. Слушай, это не вобла, да? Большая густерочка. Вот. Это, наверное, уже покрупнее. А там на той стороне коровы ходят. Так, у меня брат, значит, подъезжает, поэтому я иду его встречать, чтобы он нас здесь нашел. Ну вот, закинули удочку. Сколько прошло? 7 секунд. Уже что-то там клюет. Не знаю, да, уже есть. О. Там в кустах наш лагерь. В таком секретном месте. Асфальтная дорога прямо. Погодой нам сегодня повезло, солнечно, тепло. Но там, где мы находимся, вообще ветра не чувствуется. Здесь небольшой ветерок дует. Но я уже немножко даже подзагорел. Вот смотрите, змеюка ползет. Но мы за ней не пойдем. Змей здесь достаточно много, поэтому надо аккуратно ходить. На меня уже сегодня одна пыталась напасть, когда я ходил на другой ерег. Ну вот, я вышел на дорогу. Там Астрахань, оттуда сейчас мой брат приедет. Там деревня Гандурина. А здесь вот этот съезд с дороги, на котором мы расположились. Ну что, ждем. Ерег, на котором мы остановились, называется Днищево. Привет! Я тут уже снимаю. Ой, я тут немножко неудачно встал. Чё? Нормально. О, привет! Привет! Ну что, поехали. Хорошо, где тут? Куда ехать?
Ничего себе, у тебя очки такие. Это что такое-то? Очки сварщика? Или рыбака? Как же это? Да ничего, сейчас это. Да ладно, не надо. Сейчас мост проедем и сразу за мостом направо. Все оборудовано, Саня, такое это. Это вот так вот, да, тянется? Это вон туда, вон лезет. Ну, я понял. Шторка. Так, ну за мостом поворачиваем. Да. Направо. Нифига себе, да. Все правильно Дарт Вейдер сказал? Да. За знаком. Там единственная ямка такая. Ну так что, ты говоришь, к рыбалке готов? Я всегда готов. Утка села, подкралась. Утка, это была утка. Ничего нету. Так, я, короче, пошел шашлык жарить. Ну, естественно, да. Вы-то уже в курсе. Аккуратнее сзади там встал. Звук же вырежешь так? Нет. Нет. Ну поймайте что-нибудь крупное, это для видео хотя бы. Заказывайте, какую рыбу хотите? Покрупнее. Может породу какую-то там определить? Да вы хоть что-нибудь поймайте. А тут уже мяско готово к выкладке. Что там прямо? Вобла? Ну, не дотягивает, конечно, немного. Нормально. Ну, это вот одна мелочь ловится. И все. Так, ну что, подводим итоги дня. Чего у нас тут наловилось? Это вот все, что мы сегодня поймали, да? Все же? Там не осталось больше ничего? Ну, получается, два полных тазика больших. Если все это объединить. И Диман у нас еще ловит. Вечереет, и надо поставить палатку. Итак, у нас рыбалка день второй. К нам приплыли ути. Но рыба у нас тоже ловится. Что такое, отпускаем? Мелочевка. А тут чуть накрупнее. Там уже выйдет. Нет, одна у нас попалась чихунь случайно. Небольшая. Вот, я так понимаю, мы планируем к концу рыбалки наполнить все эти баклахи. Что, собственно говоря, не очень верится. А пока рыба у нас в тазиках здесь лежит, в тени под машиной, солится. Погода отличная, на солнце жара. Я решил немножко позагорать. Продолжаем рыбалить. Наш богатый стол вчера посетила курица. Но она не дожарилась. Поэтому будем сегодня ее дожаривать чуть позже.
опять какая-то мелочь. В этом году какая-то мелкая идет, да? Так, ну у нас идет третий день рыбалки. Рыба ловится мелкая. Одну бочку мы засолили. Ну, скорее всего, еще вторую добьем. А вот смотрите, как вода прибывает. Вот 3 дня назад здесь вообще не было воды. Еще даже вот это дерево не находилась под водой. Сейчас вода медленно заползает на дорогу. Как бы вода нам сегодня до палатки не дошла. Палатка вот где стоит. Вот у нас одна бочка полная с рыбой, а вторая чуть-чуть на дне пока что. Здесь у нас в тазике тоже немного рыбы. И еще у ребят там в ведрах. О, отец что-то поймал. Вобла. Так, ну что, мы собираемся. Все, рыбалка закончена. Где у нас рыба-то? Рыбаки, где рыба? Нету рыбы, в воде. Как в воде? Еще не доставал? Рано. Ладно, сейчас покажем вам рыбу. Все, у нас шмотки собираются, машина загружается. В общем, вот наш улов, получается, 2. Сколько там, по 50 литров, да? Где-то литров по 50. Но это, конечно, уже с солью. Там вобла у нас будет сушиться. И еще немножко есть у нас подлещиков. Вот. Что там, карась один, да? Один карась. Один карась. Ну, короче, вот такой вот улов. Ну и вот на этой ноте заканчивается наша рыбалка. Садимся по машинам и едем домой. Всем пока. До новых встреч.